Всем большой привет! Спасибо, что вы смотрите мой канал. Сегодня я снимаю такое интересное видео о своих покупках. Покупках моих, именно моих личных заказах с сайта H&M и с сайта Sport Direct. Сейчас я вам покажу вещи, которые я заказывала себе, лично для себя и своим детям. Начну, наверное, с детских вещей. Тут у меня в перемешку будет и H&M, и Sport Direct. Самое первое, что хочу вам показать, это такой вот комбинезон. По-моему, так, сюда некрасиво. По-моему, он идет как горнолыжный, я не знаю, но он точно зимний, точно, что он зимний, но, короче, какая-то фирма такая непонятная, неизвестная мне, No Fear или что-то такое, No Fear или No Fire, такой вот классный красный комбинезон, это именно мальчиковые комбинезоны были, для девочек комбинезоны были розового цвета, а эти вот красные, они были в мальчиковом разделе, поэтому я заказала старшему своему такой вот комбинезончик. Он, по-моему, у меня на 5-6 лет, ему уже 5 лет. И, честно говоря, сейчас-то он, наверное, ему великоват, но вот как раз к следующей зиме, возможно, он ему будет как раз. Комбинезон очень классный, очень мне понравился. Понравилась очень его цена в 10 фунтов, то есть где-то 700 рублей он мне вышел, там плюс доставка. Тут вот смотрите, даже на обороте есть такая табличка, где можно написать имя, телефон и адрес, на случай, если ребенок вдруг куда-то затеряется, у вас потеряется. Такой вот тут бирка такая, в общем, классный комбинезон. Утяжки тут на поясе нет, только вот эти вот резиночки. Карманы все прикольные на молнии, то есть уже как для взрослого такой комбинезон реально. И внизу вот такие вот, как называется, резиночки внутри, чтобы не забивался снег в обувь. Но вот мне пришло, к сожалению, в этот раз тоже опять такая подстава небольшая с этой Sport Direct. Мне пришел комбинезон с магнитной антикрашкой. Я не знаю теперь, как ее снять. Если кто не знает из вас, как они вообще снимаются, то, пожалуйста, мне напишите. Я видела в магазинах, что они на магнит их лепят, но, видимо, там какой-то у них сильный магнит. А у меня такого нет. Я пробовала маленьким магнитом, но она не снимается. А в магазин как-то идти стремновато. Подумать, что я его непонятно где взяла вообще. И почему он у меня с антикрашкой. Не все люди могут понять, да, это. Вот, первая вещь, это такой вот комбинезон. В принципе, если что-то мы как-нибудь открутим, эту штуку вырежем, уж так и быть, пусть будет дыра. Ну, будем ходить в этом комбинезоне. Еще детские вещи с сайта Sport Direct, я сказала, вот такие вот, не знаю, как это правильно называется, сноубутсы, наверное, вот эти вот сапожки, тоже на следующую зиму старшему. Я вообще, как всегда, заказываю все вне сезон, то есть сейчас весна, пора закупать летние вещи, я как раз покупаю зимние. В принципе, это хорошо тем, что они, естественно, идут с большими скидками, вот, это, что, вот эти штуки стоили 7 или 8 фунтов, это где-то около 500 с чем-то рублей они мне вышли. В принципе, да, можно и здесь такие же, но не такие же, не именно вот эта фирма Campus, Campri, ой, это не Campus, это Campri, Campri, да, это разные фирмы, вот, можно, конечно, и здесь купить что-то подобное, но именно что подобное, а не такое. Мне они очень понравились, и, в принципе, я думаю, что, ну, и хорошо, и куплю их сейчас, на лето, а зимой будем носить, но единственный минус таких покупок, состоит, что когда приходит зима, вы открываете шкаф и смотрите, что у вас там реально 5 комплектов зимней одежды, 5 штук зимней обуви, все одного размера. Просто так получается, что покупаете, потом забываете. Вот у меня уже вторые на этот размер получаются зимние какие-то сноубутсы. 13 размер, это 31 или что-то такое. Или 30, или 31 наш. Ну, наш. Наш. Ну да, наш. 31, наверное, потому что 30 сейчас мы носим. Вот, ну, в принципе, очень классные, понравились здесь такие липучечки, но они не до конца тут застегнуты, а просто чуть шире становятся. Вот, сыну тоже понравились, так что думаю, правда, красным комбинезоном они не очень подходят, но, может быть, еще что-нибудь другое будет и поносим. Остальные детские одежды у меня с сайта H&M, я заказывала, как всегда, тоже, опять же, это уже ближе тоже к зиме, вот такие вот флисовые штанишки детские. Они просто чисто флисы и сверху резинка, но они идут как поддёва, просто вот, к примеру, под этот комбинезон будет очень классно. У меня еще старший сын очень любит флисовые кофточки, никакие другие может не носить, только вот именно флисовые кофточки, H&M, у них тоже очень классные. Они бескапюшонные, именно что удобно одевать под верхнюю одежду, просто длинные рукава, тут такой воротничок на молнии, и очень удобно одевать под верхнюю одежду. И вот эти штаны, я подумала, что тоже будут очень классные, удобно ему одевать под верхнюю одежду, они очень мягенькие, под комбинезон вообще будет классно. Еще я заказала
как, если помните, заказывала красные кеды одинаковые и старшему, и младшему, а в этот раз я заказала им одинаковые такие вот серые брюки, типа джинсы, сейчас маленькие покажу. Красным кедом, в общем-то, они будут, серые штаны, красные кеды. Осталось теперь подобрать одинаковый верх, и будут во всем одинаковом ходить. Вот такие вот типа джинсики. Это на 92 сантиметра, на 2 года. Полтора-два года. Ну, в принципе, на 2 года нам будет хорошо. Единственное, я не люблю вот все-таки с застежками. На маленьких не очень удобно одевать. Тут хотя и есть, конечно, утяжка. Но, блин, вот утяжки у меня все равно со старшего так все время сваливались. Здесь посмотрим, как с младшим будет. Надеюсь, что они такие, что можно будет утянуть. Они такие не очень жесткие. То есть, скорее, весенний-летний вариант. Вообще, тоненькие джинсики. Ну, не совсем тонкие, бывает, знаете, такая вообще летняя джинса. Ну, такие средней плотности вообще. Не толстые джинсики, хорошенькие, мне понравились. И по этой же теме две одинаковые шапки. Шапки стоили, по-моему, всего по 2 евро, то есть где-то по 100 рублей. Но я взяла большой размер, 110-128, потому что у старшего голова уже почти как у взрослого. И, в принципе, вот эти шапки 110-128, они нарезают даже на меня. Нормально нарезают, причем так не особо растягиваясь. Вот такие вот шапки. Классные. Тоже. Так, это все, что было у меня приобретено для детей. Сейчас я вам покажу то, что я заказала для себя. Заказывала, я уже не помню, честно говоря, может быть, я что-то даже и показывала. А может быть и нет. Вот эти я не помню, показывала или нет. Балетки. Тоже сайт H&M, они такие вот текстильные балеточки черные. И все вот в этих вот камушках. Очень классные мне, понравились. Они из детского раздела, но размер 37-4, и так смотрится вообще классно. Конечно, они текстильные, поэтому, скорее всего, быстро там что-нибудь у них запачкается или где-нибудь что-нибудь раздерется. Но будем надеяться, что долго проживут. Вот и камешки очень надеюсь, что приклеены хорошо. Но посмотрим, как они будут в носке. Цена у них была где-то 5 евро, 300 рублей, так что не очень дорого. Точнее, совсем даже, я бы сказала, недорого для таких интересных балеток, непростых, да, так скажем. Еще я заказывала, не знаю даже с чего и начать. Как-то немного, в последнее время почему-то немного, но и хорошо. Потому что мне и так уже много всего. Такое вот длинное черное платье. Знаете, оно стоило всего, мне вышло в районе 500 рублей. Короче, тут длинная юбка просвечивающая и короткая с разрезами. Просвечивающая юбка, длинная с разрезами по бокам большими. И короткая еще нижняя юбка. И вот такой вот у него лиф тоже сверху просвечивает. И тут вот по бокам есть такие полоски, которые просвечивают. И сзади железная такая вот молния. Мне очень понравилось это платье, я, правда, не знаю, куда я в нем буду ходить. Может быть, один раз, пару раз сфотографируюсь в нем, потом оно у меня будет лежать. Или я кому-нибудь еще его по рядам загоню в три цены. Такое вот платье. Мне, конечно, я вообще не очень люблю черный цвет все время носить. Заметно, да? Черный цвет я не очень люблю в платьях. Хотя, если так подумать, у меня есть черное платье. Вот, и длинное платье я в основном-то не ношу, потому что, ну, как-то, не знаю, летом длинное, ну, сарафан у меня длинный есть, да, но вот такие длинные платья я как-то не ношу, не знаю почему, но хочу. А муж утверждает, что мне хорошо в коротком, поэтому в коротком надо ходить больше, чем в длинном, а мне в последнее время нравится или длинное макси, или такое среднее миди, особенно это касается юбок. Ну, надеюсь, что все-таки это платье как-то будет использовано, может быть, вы даже увидите и на мне его. Его на мне. Чуть не перепутала. Еще, ну, как бы я хотела еще, знаете, что сказать, что
Мне оно не идеально прям нравится, потому что у меня, как мне кажется, у меня широкие плечи, и когда вот эти вот такие вот бретели, да, широкие, без рукавов платья и просто с такими, как бы, на широких бретелях или как-то по-другому. Ну, в общем, без рукавов майка сверху. И получается, что плечи чуть-чуть сбоку открыты, и это как бы их еще увеличивает. Еще я заказывала вот такие вот ботильоны, босоножистые ботильоны, да, получается, без, ботильоны без пятки. Сначала не знала даже, надо, не надо, но когда их, они пришли, я их увидела и померила, они супер мягкие просто, в общем, супер мягкие, они супер удобные. И я точно решила, что я их уже себе оставляю, 37 размер, как всегда. Уже, наверное, скоро можно будет не ходить, уже у нас почти плюс 10. В субботу-воскресенье вообще обещали, что будет 15 градусов, поэтому, да, можно уже не ходить, и очень скоро уже будет в них жарко. И еще я себе сайт Sport Direct тоже на следующую зиму заказала, тоже эти же Comfry такие же. Они, кстати, толстенькие такие внутри. Тоже четверка, 37 размер, на мой 37 на 235 миллиметров и широкую ногу. Они отлично подошли. Это мне не надо. Вот, классненькие такие. На следующую зиму у меня как раз, наверное, ничего не будет. И это будет моим палочка-выручалочка. Вот такие вот у меня были. Так, нет, я еще хотела показать колье. Где же оно? Я специально просто его притащила. Сначала было забыла про него, но потом вспомнила, и, по-моему, я вам его не показывала. Такое вот интересное колье я заказывала. Бумажку я специально сохранила, чтобы оно тут между собой не переплеталось. А то первый раз еле распутала его. Вот такое вот классненькое колье я заказывала с сайта H&M тоже. Я не знаю, я вообще... Зачем я заказываю колье себе, если я их практически не ношу? Мне почему-то, когда я что-то одеваю, я думаю, вот было бы классно надеть еще какое-нибудь колье. Но потом смотрю, что ну куда я сюда одену колье? Естественно, я сюда колье не одену. Какой-то цветастой кофте я тоже не могу одеть колье, а под колье нужно или что-то однотонное, белое, там желтое, не знаю, какого-то такого цвета однотонного. У меня получается все почему-то разнотонное. Многотонное, многоцветовое. Вот такое вот оно классненькое. Мне очень нравится. Тут вот ниточки, ниточки, ниточки. Тут тоже снизу ниточки и какие-то металлические еще штучки. Вот. Мне оно очень понравилось. И вот теперь оно ждет своего часа, не дождется. Прям не знаю. Может быть, когда-нибудь дождется. Вот. Надеюсь, понравилась и вам такая вот классная штука. Вот, теперь точно на этом все. Желаю всем удачного дня, позитивного настроения. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.